Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Аноним. Кстати, а почему аноним? Ну, то есть, почему вы свой вопрос задаете аноним? Не то, чтобы я как-то осуждаю или против этого, нет, это ваше право. Просто немного странно, ведь вы спрашиваете про свою дочь, но вопрос задаете анонимно. Это как минимум интересно, как минимум любопытно. Дальше. Значит, меня беспокоит эмоциональное состояние моей дочери. Так, в этом году она перешла в новую школу. Более сильно есть профильный класс. Просилась туда давно сама. А зачем просилась? Ну, то есть, вы можете ответить на этот вопрос, какая мотивация была или есть у ребенка проситься вот, в класс, вот тот класс в новую более сильную школу. То есть, какие у нее были мотивы для этого, вот, что она хотела там. Вот, потому что, ну, если она чувствует, например, себе силы учиться, да, ну, допустим, если она чувствует, что может, ну, что может, там, не знаю, учиться лучше и так далее, да, то вот одно, но тут, опять же, нужна цель. Вот, и это, собственно, то, на что я хочу обратить ваше внимание. Мне кажется, что у ребенка много сил, много сил, много ресурсов, но нет как будто бы цели, куда она могла бы это направить. Вот. Вот как мне кажется. То есть понятно, что я могу ошибаться. Вот, понятно, что могу быть неправ. Вот, но пока что выглядит все вот таким образом, что ребенок не очень понимает, зачем она это делает, для чего она это делает, потому что, ну, это же, я думаю, вы не будете спорить с тем, что это довольно серьезно. То есть, ну, сама вот эта вот деятельность идет, да, выбор такой школы и так далее, это довольно серьезная штука. Вот. И ну, должна быть мотивация, если вы понимаете, что я имею в виду. А если мотивации нет, вот, то это очень серьезно, как мне кажется. Ну, с моей точки зрения, это очень серьезно. Вот. И, соответственно, то, что вы описываете, дальше. Все это происходит такое ощущение, что из-за отсутствие цели, то есть ей сложно, и тяжело, вот, но цель, какая вот эта цель, понимаете, да? Вот, поэтому я бы хотел обратить ваше внимание на это. То есть обратитесь к мотивации, ваша дочь уже достаточно взрослый человек, вот, ваша дочь уже достаточно взрослая, вот, чтобы
чтобы осознавать мотив, осознавать ну, свои мотивы. Вот. На мой взгляд, достаточно взрослого, чтобы осознавать свои мотивы. Вот. И мне кажется, это тот путь, который не мог бы привести ее к определенному пониманию вот, того, что ну, того, что ей нужно, того, что она хочет, вот. И, соответственно, более, ну, центрировано будет у нее внимание направлено, вот, потому что, ну, сейчас это не так, вот, потому что сейчас она по моим ощущениям, она сейчас распыляется, да, вот, ну и вы, наверное, сами это тоже чувствуете, как она распыляется, я думаю, в это счет. Вот. А, соответственно, если она поймет, что ей нужно, вот, распыления не будет. И, вероятно, ресурсы у нее получатся. Значит, ну, получится как-то оптимизировать их для того, чтобы, ну, вот, иметь возможность не пытаться там, все и сразу, вот, как сейчас она делает, понимаете, да? Я надеюсь, что я имею в виду. Вот. То есть это вот, если вот мое мнение, то это отсутствие понимания того, зачем, для чего я это делаю. Вот. Опять же. Хочу, чтобы вы правильно понимали, да? Я не претендую на истину. На истину я не претендую. Вот. От слова совсем. Вот. Я просто говорю о том, что мне кажется, что мне видится здесь. На самом деле, ситуация может быть другая. Все может быть по-другому. Вот. Ну, вот пока что я могу говорить об этом. Об этих моментах. Вот. Значит, ну, с точки зрения психологии, с точки зрения психотерапии, да. И так далее. Вот. Поэтому спросите, поговорите с ней, да, и постарайтесь спросить, а вот зачем, ради чего, для чего она все это делает. Зачем она все это делает? Чтобы что она все это делает? Вот. Ведь вот то, что
вы пытаетесь, например, ее успокоить, говорить, что типа не в оценках, ну, не в оценках, а счастье. Нет, тут на самом деле немножко не та позиция, которая поможет. Потому что таким образом вы скорее, ну, провоцируете ее на еще большее переживание. Вот, ну именно в этих аспектах. Вот. Я думаю, тут имеет смысл понять ее мать, чего она хочет. Вот. Таким образом, вот, собственно, я надеюсь, я надеюсь, что вы это сделаете. Надеюсь, вы поговорите с ней и спросите у нее. Вот. Ну или психологу нужен будет. Вот, то есть, ну, нужен будет такой психолог, да, который, как она говорит, ей понравится. То есть это вполне может быть психолог клиента центрированной терапии. То есть, ну, такая вот недирективная. То есть может быть, вам это нужно. Именно вот недирективная терапия как раз. Ну, опять же, я не знаю, я сейчас говорю в позиции, вот как это мне кажется, может быть, все совсем по-другому. Поэтому ваше беспокойство ясно, вот, ваши переживания ясны, но не совсем ясно, какую цель преследует. Ребенок, да, значит, идя вот в школу такую, тут не совсем понятно, чего она хочет, да, и что ей лично нужно в этом. Вот. Я не говорю, что это плохо, не говорю, что плохо то, что она делает, нет. А я больше говорю именно про то, что вполне вероятно, что проблема в этом. Неосознанность часто приводит к попытке охватить абсолютно неохватываемое. Ну, абсолютно неохватываемую историю. Вот. К сожалению, большому. Вот. Это то, что хотел вам сказать. Так, сначала была эйфория, но сказал, нравится учиться, в последнее время глубоких недель, тренинг груз, но сейчас пропадает добыть. Ну, опять же, вариантов может быть много у этого, на мой взгляд, да, как бы. Ну, правда, вариантов может быть много, на самом деле вариантов может быть много у этого. Это может быть и усталость, это может быть какое-то происшествие. Вот, ну, в школе. Вот. То есть она могла отреагировать на какое-то происшествие. Это тоже может быть. Поэтому, опять же, здесь надо бы, как мне кажется, здесь надо бы пораспрашивать ее. Как и что.
потому что, ну, так вот выводы делать, это, знаете, не очень хороший вариант. По крайней мере, на мой взгляд, да, вариант куда не годится. Вот. То есть почему-то была эйфория, а, соответственно, а потом-то ты изменился. Здесь, очевидно, идет акцент не на, не на какую-то цель, да, то есть вот что, ну, условно говоря, что у нее есть, у ребенка, я имею в виду, есть цели, да, то есть вот она чего-то хочет, и она к этому двигается. Нет. Вот что важно, такого нет. Нравится учиться, ну это, знаете, как это, просто получение удовольствия от тяжелого процесса. Вот. Так это же заканчивается. Это же, ну, типа, это может измениться. Вот. Это может измениться и станет очень-очень тяжело. И, соответственно, возникает вопрос, да, а что тогда, что дальше? Вот. Понимаете, да, что я имею в виду? Как раз. Вот это важно. Вот это важно. Что ребенок-то, ну, выбрал очень тяжелую задачу вообще-то. Ну, вообще говоря, для себя. Вот. И не справляется сейчас, что, к сожалению, ну, понятно, что вот нехорошо, то есть это ужасно. Вот, но это, тем не менее, это нормально, тем не менее. Может быть, даже хорошо, что не справляется, потому что есть шанс, что это поможет пересмотреть свою стратегию. Вот. Я не знаю, мне показалось, что вы вот, ну, достаточно отстранены от нее. Вот, мне так показалось. Я не хочу вас обвинять, да, опять же, вы поймите правильно, не хочу ни в коем случае вас обвинять и говорить, что вы что-то не так делаете, я не знаю. Вот. Но как бы мне показалось, что вы достаточно отстранены от нее. Вот. И я бы, наверное, рекомендовал бы как-то вот, может быть, ну, поактивнее, может быть, участвовать в том, что с ней происходит. Вот. Как-то вот поактивнее. Ну, поактивнее участвовать в ее жизни, может быть, если вам это не сложно, если вам это не трудно, вот, если это, ну, для вас, то естественно, вот, то было бы круто, если бы вы вот более активно в ее жизни бы участвовали. Потому что, ну, вот,
возможных, вероятно, ваше участие в ее жизни могло бы помочь ей за счет обратной связи от вас, вот, помочь бы ей лучше себя понять, вот, лучше понять себя, свои желания, вот, то, что, в общем-то, не всегда легко сделать, ну, ребенку. Это то, что хотел вам сказать. То есть хотел вам ответить, наверное. Вот. С точки зрения психологии, с точки зрения психотерапии, да. Надеюсь, что это было вам полезно. Надеюсь, что это было вам интересно. Надеюсь, что вы для себя какие-то выводы обязательно сделаете и решите, как вам действовать дальше. Вот. Несмотря на то, что вы спрашиваете совет. Я повторюсь, если говорить о терапии, да, то это вот наиболее такой вариант хороший. Это клиент-центрированная, недирективная терапия. Вот. Для детей подходит идеально, вообще говоря. Ну, понятно, что дети бывают разные, да, и естественно, как бы, ну, у детей свои запросы, вот, и это, то есть я ни в коем случае не пытаюсь там под одну гребенку как-то грести, да, вот, я понимаю, что все равно, вот. Поэтому, подумайте сами, да, посмотрите сами, вот, как будет у вас желание, вот, и решите дальше. Всем все, надеюсь, что мой ответ вам помог, если было полезным, вот, обязательно возьмите несколько консультаций сами. Это, в общем, будет, как мне кажется, на пользу. Вот, потому что, ну, как правило, это полезно очень, когда родитель берет несколько консультаций сам. Вот, это всегда на пользу идет. Вот, ну и надеюсь, что как-то вот у вас, ну, что вы сможете что-то прояснить, да, для себя сами, что-то можете прояснить. Я же надеюсь, что и по своему ребенку тоже что-то получится понять. Вот, удачи вам всего самого доброго. Будем на связи, себя не допускать.